сегодня так пролетели, но все-таки не в сухую. Как думаешь, это стимул для дальнейших игр для вас? Не знаю, по-моему, нет. Никакого стимула нет сейчас. Ну, точнее, этот гол, это не стимул совершенно. Мы могли, кстати, голов 5 забить, на самом деле. Ну, плохо сыграли, что сказать. Нечего добавить. У вас было несколько опасных моментов. Почему подвела реализация? Соперник сильный или вы... У них вратарь хорошо сыграл. Ну, по крайней мере, то, что мы не реализовали, мы в створ попадали, там вратарь хорошо сыграл. Ну, соперник, да, для нас, думаю, очень сильный, потому что для нас мини-футбол – это что-то новое. Вот, поэтому, ну, мы первый раз заявились на кубок, сыграли как смогли, чтобы не замерзнуть зимой вообще заявились. Сыграли как получилось. То есть ваша задача на кубке – это поиграть и не потерять сноровку к регулярке? Чтобы зимой не растерять свои скиллы. Считайте, кто у вас в группе самый серьезный соперник? Shadows. Наш же Shadows. Ну, сложно сказать, они в ничью сыграли, как бы и та, ну, и да, та команда сильная. Тоже хорошая команда. Думаю, они выйдут спокойно, обе команды выйдут. Вообще, наблюдаете за играми своих соперников? Делаете какие-то выводы для себя или просто, ну, ничья там у сильных команд и все? Конечно, смотрели. Видели, что классно играют парни. Ну, а толку-то? Посмотрели и все. Хорошо, ребят, спасибо. Успевайте на метро.